И всем привет, ребят, с вами Мистер Майк, сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен обзору на новый обновленный дрон. Сегодня мы вместе с вами будем тестировать защитника, который стал лучше, который теперь в максимальной прокачке усиливает нашу бонусную защиту на 70%. Если, например, сравнивать его с кризисом, то у кризиса у нас 90+. Процентиков. Здесь у нас есть дополнительная 70-ка, которая работает на постоянной основе, из которой можно играть с фулл расходкой. Долго думал, на чем же протестировать его и как его лучше реализовать, и пришел к такому выводу, что не буду катать я сегодня на продувах. Продувов довольно большое количество по обзорам было у нас в последнее время. И вот решил я взять вот такую вот старую интересную комбинацию в виде хоря твинца. Твинца с пульсаром, к сожалению, у меня нету, потому что сегодня у нас произошла ошибка, и те устройства, которые были одеты на большое количество пушек, их автоматически багануло и забрало. Поэтому мы возьмем дефолтную стабилизированную плазму, которая отключает у нас как раз таки сплэш урон и само урон. Ну и попробуем скатать, наверное, таки в каком-нибудь режиме, где у нас задача будет как раз таки доставлять флаги либо мечи. Поэтому я, наверное, пикну все-таки захват флага. Только сейчас оденем резисты. Рез от... Это чего у нас стоит? От молота мы оставляем. Возьмем резист от скорпиона и возьмем резист от грома. Где наш гром? Гром, гром, гром. Вот, возьмем так. Ну и посмотрим, насколько эффективен защитник, насколько сильно он сейвит наше хп. Я, честно, в последнее время, ну и вообще долгий период времени, уже не являюсь сторонником этого дрона. И считаю, что он не актуален в нашем матчмейкинге, потому что больше акцент нужно делать как раз таки на те дроны, на которых у вас будет повышенное количество набора очков, да, а набор очков по большей части в нашей игре связан как раз таки с дополнительным уроном, либо с дополнительными бонусами по типу там расходки, раздачи, это снабженец, это механик, да, ну механик, ладно, сейчас не актуален, снабженец больше, да. А вот как раз-таки возможность дополнительной брони, она, ну, как по мне, особо сильно на сегодняшний день не ценится, да, то есть, если учитывать тот факт, что, ну, окей, ты будешь дольше жить, да, хорошо, выдержишь на один, условно, гром больше, да, но при этом ты не получаешь дополнительного урона никакого. А если ты не получаешь никакого дополнительного урона, то откуда ты возьмешь бонусные очки? Да? Откуда ты их возьмешь? Понятное дело, ты ниоткуда их и, соответственно, не возьмешь. Так, мы запикиваемся на регби, запикиваемся на платошечку. Попробуем сейчас реализовать нашу комбинацию. Так, надеюсь, что у меня здесь все в этом плане получится. Так, и заодно посмотрим, насколько мы долго будем жить. Да? Посмотрим, посмотрим. Может быть, я не прав. Может быть, я не прав, может быть, защитник реально актуален. И будет очень хорошо меня дополнительно сейвить в рамках этого боя, где я бы, например, сказал, что если бы я там использовал бы не защитника, а использовал бы сейчас какой-нибудь, ну, например, там, Гиперион, да, то было бы намного-намного хуже. Ну и нужно не забывать, что на защитнике у вас нету кулдауна брони, поэтому броня у вас на постоянной основе дополнительная будет. Поэтому здесь есть тоже своего рода такой вот интересный плюсик. Так, по грому кидаем урончик. Хорошо. Противник у нас пытается уже от подбора сыграть. Твинс, в принципе, без самоурона интересная вещь, если учитывать тот факт, что мы можем неплохо накидать. И он обновленный, кстати, твинс. Обновленный. Так, но пока мне летит крайне-крайне большое количество урона, да. Если мне так плотно будет противник накидывать, то боюсь, что мне здесь мало что может помочь. Так, наш тиммейт пытается блокировать. Блок, 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 блок. Не доставить, не доставить, не доставить. Блок, 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 блок. Хорошо, заблокировали, но что-то как-то по команде у нас прям супер все плохо. По команде у нас как-то все супер плохо. И да, нам делают доставочку. Пока что все очень тяжело, честно вам скажу. Пока что все мега тяжело. И пока что... Ну, не знаю, защитник мне особо сильно бонуса никакого не дает. Да, видно, что он подольше держит, но в моем понимании его нужно как раз-таки использовать на легких корпусах,
А сейчас у меня, ну, все равно не получается выживать. Так, пробуем в доставочку въезжать. Попробуем, попробуем, попробуем. Нет, накидали. Ах, ладно, слил, хорошо. В принципе, неплохо то, что мы хотя бы слили противника здесь. Да, но все равно меня уничтожают. Так, есть возможность сейчас прожать овердрайв. Попробовать накидать урончика, что мы и делаем. Так, пробуем, 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 пробуем. Плотно, 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 плотно. Но меня все равно сливает громчик, да? Все равно меня здесь переигрывают. 3 минуты у нас уже прошло боя. Против запикивается шаф с лечением. Пробую сейчас сейвить тоже нашего противника. И будет стараться помогать им на доставках. Так, ну а наша задача как-то доставить. Как-то доставить, потому что мы уже летим 0-1. Надо эту катку как-то камбэкать. Пробовать. Пробовать вытягивать эту замечательную каточку. Так, накидка мяча. Хорошо. Пробуем слить. Хорошо. Одного сбриваем. Выходим на финишную прямую. Есть шансы на доставочку. Стрейф, 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 стрейф. Ах. И все-таки мне громчик. Ой, громчик. Гаусс сводочку оформил и на респ отправил меня. Да, не очень круто. Не очень, скажу вам, круто, когда так ты улетаешь на респаун. Так, громчик. Что у нас громчик? Раздается гром сверху. Да, ну а наша задача вести. Ага, все, понял, ничего вести не надо. Пробуем сбрить этого шафта, который будет, если что, лечить как раз-таки своих союзников. Поэтому в первую очередь лучше всего сливать его. Так, ну пока, если честно, ну в моменте меня сейвит. Да, сейвит. Видно, что сейвит меня этот замечательный защитник, но все равно этого мало, да. То есть, если бы у меня был бы акцент на урон бы. Ну, с такой комбинацией, ладно, окей, мне тут урон особо сильно не в приоритете не нужен. Но если бы я, например, играл бы на каком-нибудь громе, да, и использовал бы защитника, то это бы очень сильно бы чувствовалось. Поэтому здесь тоже очень многое зависит от того, на каком вооружении вы используете этого защитника. Я постарался подобрать, ну, максимально актуальное, да. На продувах хорошо, наверное, будет смотреться защитник, потому что там урон и так хорошо влетает. Ну и как раз-таки вот на таких средних ближнебойных пушках тоже интересик должен быть. Так, раздачку, конечно, я дал. Но что толку, если я просто упал в минус и меня быстро набрели. Так, противник с пробитием едет доставочку. Урон, 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 урон. Урон, урон, урон. Нельзя, нельзя, нельзя отдавать такие доставки. Блоки, блокинги, блокинги. Работа, работа, работа. Хорошо, подборчик есть от Хоппера. Попробуем его сейчас чуть-чуть здесь подстраховать. Иногда забываю, конечно, какой припас на первом активировать. Оп, и Хоппер вылетает. Вылетает хоперочек, падает, к сожалению, в минус. Так, но у нас есть шанс на доставку. Есть шанс на доставочку. Подборчик, есть доставочка. Хорошо, я здесь по грамму в упоре урончик не накидал, а то он с подрывником мог меня здесь и набрить. Хорошо, доставка есть. Чуть-чуть защитничек начинает работать, да. Еще бы я оверки впустую бы не прожимал. Было бы вообще великолепно. Так. Викинг, Рик, Гром, Шафт. Можно было бы резист поменять. У меня пока что только от грома, да, получается. Рез есть актуальный в рамках этого боя. Так, попробуем заблочить. Хорошо. Наши тиммейты разбираются. Так, ну и давайте попробуем. Нет, не сливаем мы него. Шафт, Шафт, Гром, Рик. Давайте возьмем такой резист. Шафт, Гром, Рик, Шафт. Гром. Листья где-то должен быть. Так, хорошо. Рез у нас появился. Так, ну и теперь главное не отдать доставку простую. Главное не отдавать доставки простые. Так, 90% овердрайва у меня уже есть. Попробуем покидать по шафту. Чуть-чуть его под напрягалову сделаем. Хорошо. Так, ну и по-хорошему бы наш тиммейт бы доставил бы. Раздачку можно было делать. Но раньше, раньше надо было раздаваться. Раньше ему нужно было раздаваться. Если бы пораньше бы раздался, то были бы у него бы все шансы бы на доставку. А так, к сожалению, его переигрывают. Так, пробуем слить этого замечательного викинга Тесловода, который летит с приваренной башни. Так, ну и теперь пробуем просто через низ, центр.
Влеталову сделать. Сосуля. Сосуля хорошо. Стоп. Еще и викинг овердрайв нажал. Шикарно. Две оверки тратят противники у нас на сейв этого флага. Так, ну и главное, чтобы сейчас хорошо не успевает влететь у вас по гаусс. У нас есть еще оверка, которую желательно... Оп, еще один овердрайв нажимает противник на сейв флага. Три овердрайва нажимают эти ребятки. Так, ну и наша задача сливать. Пульсар бы здесь, конечно, бы показал бы себя бы намного-намного лучше. Это стопроцентный факт. На пульсаре бы мне бы удалось... Ну нет! Ну вы чего, ребяточки? Ну вы чего, ребяточки? Ребяточки, ну блокировать же надо! Ну вы чего? Ептить, я еще и от бомбы в минус падаю. Где же наша команда, которая может чисто дефить, чисто саппортить, чисто... разваливать в таких боях. Да уж, ладно. Оверка падает на центре. Оверка падает на центре. Ой, оверка, говорю, мяч падает на центре. Так, ну и попробуем сейчас через правую зонку как-то проехать. Гаусс появляется у нас. Еще один у противника. Шаф продолжает хилить своего тиммейта. Так, ну и пока что у нас не все так круто. Твинса рез даже. Два даже реза появляются от твинса. Ничего себе. Так вот, приоритет берут у нас игроки-резисты. Бомбочка, подборчик. За мной, хорошо. Раздачку Оудика делаем. Так, и пробуем в Леталову сделать доставочку. Доставочку нет. К сожалению, нет. Да, но пульсара мне сейчас не хватает. Жалко, что у меня устройство забрали. Жалко, что у меня устройство забрали. Сейчас бы на твинсе с пульсаром, я думаю, что здесь бы можно было бы очень неплохо накидать. И очень неплохо пореспить оппонента как раз таки критами. Твинс еще с пульсаром стал интереснее после предыдущей обновы нашей. Так, ну и фриз меня в очередной раз взбадривает. Ну стараемся, стараемся. Пока что стараемся, не сдаемся. Еще у нас 6 минут до конца этого боя имеется. Как бы не было сложно, как бы не было тяжело. Надо пробовать реализовывать свою комбинацию и свои моменты. Так, викинг. Байтит меня. Байтит. Ну, будет влетать сейчас в доставку. Надеюсь, что наши тиммейты сейчас ему покидают урона. Если сейчас ему не накидают, не заблочат. Хоппер уже ждет его снизу. Отлично. Хороший выстрел. Сосуля в молоко. Так, и васпика, 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 васпика. Обязательно слить васпа. Хорошо. И мяч можно даже... нажал я кнопку выкинуть, но он не выкинулся, к сожалению. Очень неудачная позиция для нашей команды, где находится сейчас мяч. Потому что отсюда его очень просто можно доставить. Хоппер не успеет. О, нет, успевает. Хорош, красавчик. Я уже думал, он не успеет. Так, ну и пробуем. Влететь через верх. Есть шансы. Есть шансы. Респу викинга фреза сверху. Попробуем сейчас раскрутить его здесь. Пробуем, 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 пробуем. Ай, гаусса сводка еще одна. Блин, ну это было близко. Это было близко. Диктатор бы мне овердрайв бы раздал бы. Не хочет раздать мне оверку. Оверка от него бы мне бы очень сильно пригодилась. Так, рикошет пытается накидывать урон. Ну раздал бы ты, родной. Викафриз ужимается. Сливают его. Еще викарик может раздаться. Да, викарик раздается. Без аптечки, целый. Чисто в доставку уезжает. Да, нечем у нас. К сожалению, дефить. К сожалению, дефить просто нечем. И у нас получается приходка очередная срабатывает, да? Ну ладно, хорошо. Хорошо. 4 минуты до конца, постараемся еще что-то раскрутить. 90% овердрайва у меня есть. Так-то карта идеально подходит для нашей комбинации, да? И как бы, ну, где, если не здесь? Где, если не здесь, реализовывать защитника? Но видите, что все крайне-крайне сложно. Так, ну и нам делают еще... одну доставочку. Еще одна доставочка залетает. Подбор по резисту может быть не такой грамотный. Там противник просто переоделся. С грома на фриз, например. И с еще какой-то пушки на гаусса. Ну так в целом, в принципе, наверное, все по месту я одевал. Как считал нужным. Так, ну и попытка еще одного влета здесь от противников. Пробуем сразу слить этого замечательного крусейдера, который будет лечить оппонента. Так, сосуля залетает. Да, но я успел все-таки сбрить его.
И сосули он тратит. 3 минуты до конца. 500 очков. Крайне мало очков для такой катки, если честно. Крайне-крайне мало. Крайне мало. Так, бомбочку прожимает оппонент. Нажимаем аптечку, чтобы статус-эффектики нам не сработали. Подборчик, к сожалению, не удалось сделать. Так, и шафт без аптечки остается тоже. Викарик меня сливает. Выходит у нас противник один. Так, попытка доставки. Будет ли? Нет, наверное, не будет. Подобрать донат. Надо. Хорошо, подборчик есть за нами. Так, ну и пробуем через верх раскрутить. Викингов Рис — это один из немногих, который прям жестко сейвил свой флаг. Поэтому, может быть, что-то у нас тут и получится. Влеталову какую-то. Ох, ясно, влеталова Гаусса сводка. Вот она, влеталова жесткая, да? Да, с командой мне сегодня здесь повезло. Ну, что я могу поделать? Ну, такой вот матчмейкинг у нас бывает. Супер интересный и супер сильный. Так, Викафриз пытается въехать через верх. На кризисе летит. Не успеваем доехать. Аптечку свою вжимаю. Есть еще одна дроповая аптека. Забираем ее. Так, ну и попробуем что-то покидать. Что-то накидать. Викафриз с овердрайвом. Может вообще нажать оверку. У нас еще один овердрайв здесь будет. Но у меня нет хп. У меня просто нету хпшки. К сожалению. К сожалению, нет хп. Была бы хпшечка, может быть, что-то бы и получилось бы здесь раскрутить. Но так, без хп. Прожимается Викафриз на меня. Наш тиммейт... Ой, тиммейт противник испугался ехать. Так, у Крусейдера есть тоже оверка. Можно попробовать как-то... Ага, сконтрить. Но сконтрить не получается. Нам делают еще одну привозку. И 40 секунд до конца. По сути, у меня есть возможность последней реализации своего овердрайва. Ну и, как оказалось, этот винг, кстати, ну, не такой жесткий. Ну, по крайней мере, с этой комбинацией в этой катке особо сильно не получилось его реализовать. Хотя раньше я считал, что стабилизированная плазма на твинс... чуть ли не лучшее устройство. Так, раздаемся. Пробуем сливать. Пробуем накидывать урончик. Так бы, если бы я здесь с пульсаром был бы. Ой, как бы эти статус-эффектики бы вкусно бы здесь работали. И как бы их можно было бы круто реализовать, эти статус-эффекты. Ну, а так, конечно, немножечко, к сожалению, не получилось дать того, чего я хотел дать в этой замечательной катке. Так, ну и что? По итогу я получаю 4000 кристаллов, 30 киллов на 37 смертей. Вот так вот показал себя защитник новый, обновленный. Видно, что он держит побольше хп, но надо ли это хп? Надо ли это хп? Если вы любитель защитника, то, пожалуйста, напишите в комментариях, на каком вооружении вы его используете, насколько он эффективен, по вашему мнению. Ну и... есть ли смысл вообще, по вашему мнению, использовать в матчмейкинге защитника? Я бы сказал, что все равно он не актуален, даже с тем, что его апнули. Пишите все свои мысли в комментариях, поддерживайте данный видос лайком, если вам понравилось, подписывайтесь на канал, не забывайте про розыгрыш на 1 миллион кристаллов на 300 тысяч танкоинов по моему личному тегу, в настройках игры, в аккаунтике, здесь вот заходите, тимпешечку устанавливаете, ну и участвуете в розыгрыше, вся информация в описании есть, форма тоже в описании. У меня на этом все, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!